пошли погулять по даунтауну Дубай, и здесь много небоскребов, и вот увидели первый раз, как вот так моет стекла. Кто боится высоты, точно на этой работе работать не будет. Да. А чтобы помыть все окна в Бурдж-Халифе, требуется 3 месяца. 3 месяца? То есть можно помыл окна и снова начинать. Да, кстати. Интересно. А вы бы хотели попробовать? Нет. Я не боюсь высоты, но я не хочу. Одна лодка маленькая, чистит бассейн, смотрите. Фиби делает робот. Робот-пылесос для бассейна. Очень классно, я такого нигде не видела. Чтобы вот так вот, обычно с совочком там. Мы идем в такое центр, чтобы прятаться в гусал. Гусалок. Мы идем в Дубай Молл. Дубай Молл самый большой в мире. Торговый центр. Торговый центр. Очень много разных развлечений. Вот такие вот интересные капсулы с VR-очками. Развлечения для больших и для маленьких. Также карточкой можно везде расплачиваться. То есть на ней копишь, все покупается за поинты. Идем сразу в боковой наверх. Ну, Натя. Если что-то еще маленькое, нужен банан. Да, давай.